волонтерском движении участвует 111 звенигородцев. Каждый из них помогает во время пандемии людям из групп риска, которым не рекомендовано выходить на улицу. Приобретение продуктов, медикаментов, оплата коммунальных услуг и даже выгул домашних животных. Все это волонтеры взяли на себя еще во время первой волны пандемии. Продолжают и сейчас. Совершенно безвозмездно. Мы просто им хотим сказать огромное спасибо за поддержку, потому что у нас такая получается очень большая, дружная команда. И мы очень много чего хорошего, доброго можем сделать для наших жителей. В рядах звенигородских добровольцев люди из разных сфер деятельности. Активное участие в волонтерском движении принимают педагоги. Заявки от жителей они отрабатывают практически ежедневно. Неожиданно, приятно. Я думаю, что все коллеги оценили, и это придаст нам больше силы, уверенности, мы продолжим свою волонтерскую деятельность. Партийцы поблагодарили волонтеров за помощь в работе с жителями и наградили их почетными грамотами. Напомним, что на территории Одинцовского городского округа работает волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией. Волонтеры готовы прийти на помощь всем нуждающимся. Оставить заявку можно по номеру горячей линии. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».